Хорошо, продолжаем проходить вампиров. Так. Нам сейчас в тауэр надо переться за сердцем этой, как ее там звали, Присцилла или что-то типа того. В роликах они вроде нормальные, а тут, блядь, пиздец, прохожу. Ну и ну, башня Лондона. Это место находится не в лучшем состоянии. Думаю, что старой Анны Болейн нет желания следить за ее образом. Великое зло свершилось в этом месте. Стены беззвучно кричат об этом. Я чувствую присутствие мертвых. Давайте поторопимся. У меня нет желания встретиться с привидениями, которые бродят по этой окровавленной башне. Ступай в бездну! Thank you.
Блин, ты чё не можешь каких-то паучков подмотать, что ли? Да, не могу. Ползи сюда. Забавно. Ступай в бездну. Ah!
Ой, призрак. Ступай в бездну!
Ступай в бездну! Мягко намекают, что типа у босса местного с огнем непорядка. Спокойная остановка. Thank you.
Ступай в бездну! Смотри! Сердце Лукреции! Ее кровавое сердце! Да, надо его проткнуть! Нет, нам оно понадобится. Давайте вернемся в храм Седа. Теперь Лукреция будет более сговорчивой. Так. Ступай в бездну! Ой, бля, сейчас опять в этот храм, что ли, тащиться? Ну, ёпта мать! Никогда не знал, что откатывается.
связано, собираем какой-то лут вполне, потому что, блядь, покупать все равно нечего. По сути. Бабла у него. 5500. Бобрик. Ступай в бездну. Это было неожиданно, да. Тебе нужно? Бля, огнемет стоит 2000, а я их не собирал, блядь. Сейчас надо будет пробежаться. Хера себе. Так.
Баллистический жилет. 15 плюс 30 плюс 15. Хорошая штука, да. Уходи! Тебе нужно? Уходи. Тебе нужно? Мне столько не унести. Уходи. Да, знаешь, еще не унести. Несешь. Эй, что тебе нужно? Уходи. Так, еще этому надо купить этот жилет. Эй, что тебе нужно? Уходи. Пойдем-ка прогуляемся обратно. Собираем огнеметики, как говорится. Или сперва что у меня. Инвентарь какой-то забитый. Сейчас надо продать. Скинуть эту тупину.
Фолиант могущества, значит. Посмотрим, есть у меня такие навыки. Могущество у меня есть. Скорее всего, у этого есть. Да. Поэтому актуальность этой херни... Ступай в бездну! По-моему, огнеметов больше не будет, но я на всякий случай не займусь четвертым.
Эй, что тебе нужно? Так, цены колеблятся. Ну, тоже не дешево, конечно, стоит. Какие-то 2000 почему-то. Остальные как-то поскромнее. Так, уходи! Надо еще это продать. Эй, что тебе нужно? Так, лянку покупаешь? Нет. Уходи! Идите этой дорогой, вы можете спуститься к храму. Спасибо, хоть что не это. Не весь уровень. Но я уже догадываюсь, что тут будет. Память что-то смутно всплывает. Поэтому я готов. Черт бы вас подрал! Будьте вы прокляты! Черт бы подрал ваши жалкие тайники! Мы тоже тебя любим, кукрицы! Теперь назови мне причину, по которой я должен втыкать тебе кол, жирная кровососка! Лукреция, освободили Лили от ее кровной зависимости? Хорошо, Лили, ты можешь идти. Теперь скажи, где мы можем найти Цимиса, Джованни и контрабандные товары из Праги? Я ничего не знаю о Цимисе и Джованни. Насчет контрабанды мы занимаемся только погрузкой. Все, что я знаю, это то, что следующий отплывающий корабль – это Святая Магдалена. Он находится на 23-м причале, и у него на борту оружие, героин, саббатские эмигранты и священная земля Праги. Теперь отдайте мне сердце, я разрешу вам уйти с миром. Пинг, верни ей сердце. Ни за что! Мы сначала должны проверить информацию, а если она врет? Нет, эта ложь могла бы стоить ей жизни. А может, она знала заранее, что ты тряпка, и не убьешь ее? Мы пришли сюда получить информацию о контрабандных поставках. Теперь мы ее получили, поэтому можем уйти. Ну ладно, ладно, вот. Узрейте силу Сета. Ну да. Ступай в бездну! Ступай в бездну! Так, я высосу кровь из этого сердца и получу силу этой глупой жрицы. Я уничтожу это сердце, не всегда положу конец. Интересный выбор. Даже не знаю, что лучше. Давайте высосим. Я высосу кровь из этого сердца и получу силу этой глупой жрицы. Может, я умру от яда, конечно. А
может мне тупо новый вес. Я же говорил тебе, что не стоит отдавать сердце такому человеку, как она! Да, мне новую способность дали. Змей. Так, РГ, цель оцепенения. Тоже, наверное, неплохая штука. Змеиный жалоб. Цель. Жизненная сила, это как? Что-то очень похоже на предыдущее заклинание, которое я юзаю, типа высасывание крови и заморозка. Ну не знаю, альтернатива всегда неплохо, в принципе. Почему нет? Так, тебе, друг мой, я даже не знаю, что уже прокачивать. Были бы у тебя нормальные какие-то заклинания, я бы еще что-нибудь подумал. Да, тут я видел бабоса. Так, где она у нас находится? В восточном Лондоне, тут же где-то. Видимо, вон там, вон дальше. Так, есть ли у нас что продавать? Ну, в принципе, есть, можно как-то... Антикварчику смотаться, раз уж такие дела. Приветствую тебя, Самнор. Хорошо, хорошо. Добро пожаловать в мое жилище. Хотелось бы знать, какие новые амулеты и безделушки вы принесли. Колы по-прежнему не могу загнать. По какой-то непонятной мне причине. Так. Что у тебя есть интересного? Цена крови 60%. Что это за штука? 80 цена крови. В смысле, я меньше крови буду что-то? Так, куплю вот эту штуку тогда. Попробуем кольцо. Good day.
Куда? Ходят как эти ЛГБТ сообщества, раскоряку гомосексуальную ходит по Лондону, блин, потом спрашивает, что за на помощь! Помогите! Нет! Это касается только нас и копов! Скажите агенту Сорну, главный мафиози Алессандро Джованни. Пусть он добьется ФБР обыск на складе Джованни. И там они найдут все. Оружие, героин, прошу контрабанду. Все. Пожалуйста, передайте это ему. Черт бы меня побрал! Эти мусора из Интерпола! А что такое Интерпол? Ну, это что-то типа Интернациональной ассоциации полицейских. Посмотрите, я наклеила наши фотографии в их паспорта. Клево, да? Это может нам понадобиться, когда мы доберемся до Нью-Йорка. Ториадор же наконец-то оправдывает наше доверие! Ты мне начинаешь нравиться! Хватит, это просто какой-то кошмар, я поняла тебя уже. Поролся, что ли? Ну, с Лондоном мы быстро разобрались. Нью-Йорк — это последняя локация, которую мы посетим. В роликах, да. Уже не за горами конец игры. Тут один из самых колоритных персонажей будет в этом Нью-Йорке. Специальный агент Джордж Шторм, ФБР. Ваши документы немедленно. Он еще и хач. Вы опоздали. Разве Интерпол не учит вас успевать всегда вовремя? Хорошо. Насколько же вы отвратительны, Адыги? Или что, сейчас в Европе все такое носят? Я просто рад, что мне не приходится работать под прикрытием.
Так что же вы узнали? Большой босс Алессандро Джованни. Вы должны напасть на его склад. Там вы найдете оружие, наркотики и пражскую контрабанду. Хорошая работа. Мы уже давно следили за Алессандро. Его склад похож на крепость, но недавно нам удалось с помощью центрального компьютера взломать его систему безопасности. Коды доступа к его крепости надежно спрятаны и хранятся в нашей секретной базе данных в режиме офлайн в главном штабе ФБР. Теперь же мы сможем напасть на тот склад, прежде чем Алессандро сможет уничтожить улики. Спасибо. А теперь сматывайтесь, пока кто-нибудь еще вас не заметил. Возвращайтесь в Европу на следующем корабле. Мы поможем вам в атаке склада. Спасибо, но вы уже раскрыли себя. По нашим данным, это произошло после того, как ваш корабль покинул Лондон. Вообще-то я поражен, что вы пережили это путешествие. Они хотели убить вас во время плавания. Нет, не беспокойтесь по поводу нападения, у нас все под контролем. А теперь проваливайте. Я, наверное, хорошо на тебя влияю, святой воин. Я слышал, как ты тут врал мусорам. Как профессионал! Я лгал ради Анески, а не себе. И что это за чудовище такое, центральный компьютер? Каким образом оно способно осаждать крепости? Ну, тебе придется еще многому научиться. Ну что ж, теперь нужно потрясти место, чтобы попробовать получить доступ к этому компьютеру, ФБР. Он идет! Он прошмется и проглотит нас всех! Наше время прошло! Точно, кончилось наше время! А вот его время пришло! Бабку уже вкусно. Туда же. Так. А ну назад! Это дело клана Носферату. Эта штука неправильно сделана, и по нашим законам должна быть уничтожена. На помощь! Пожалуйста, помогите! Они прошли обряд обращения Саббат, а я отказался пройти обряд, поэтому теперь они хотят убить меня. Не разоглашайся, мальчик. Ступай в бездну! Спасибо! Огромное спасибо! Я теперь у вас в долгу. Я Самуэль, из клана Носферату. Как будто мы не догадались о твоей принадлежности по виду сфинктера, который ты носишь на лице. Успокойся. Это Пинг, вот это Лили, и я Кристоф. Спасибо. Спасибо всем. Лучше бы я никогда не приезжал в Нью-Йорк. Это место осквернено кланом Саббат. Меня продали мои друзья из моего же тесного круга общения. Они прошли обряд посвящения в клан Саббат. Я был уверен, что мне будет хуже, чем мертвецу. Ребята из Саббата превращают себе подобных любого найденного вампира. Они думают, что конец света наступит 1 января 2000 года, когда какое-то древнее зло проснется и убьет всех непосвященных вампиров. Чушь собачья! Каждый ребенок знает, что США погибнет из-за денег! Ты уверен? По крайней мере, они так говорят. Я слышал эту пару раз. Да с твоей врожденной глухотой ты путного ничего не смог бы никогда услышать! Нет, погоди. Теперь мне становится понятно. Возможно, мудрая Екатерина подняла меня ото сна, чтобы я поборолся с нашим древним врагом. А мне кажется, что этот мешок с плесенью заразил тебя своей глупостью, Кристоф. Я вам всем обязан своей жизнью. Я бы с удовольствием присоединился к вам и помог бы в борьбе с врагами. Эй! Нет уж, погоди, старик! Кто тебе сказал, что мы согласимся взять тебя? Это частный клуб только для избранных джентльменов и леди! Да заткнись ты, Пинг! Я никогда не стану работать с вонючим Носферату! Спокойно, Пинг. Мне нужны союзники. Тебе бы лучше подтянуть свое костлявое тело, морщина позорная! Что же ты можешь делать, кроме как вонять? Ну что же, Пинг, я могу уберечь тебя от падения на мостовую прямо сейчас, от моего удара. Да! Сэмюэл, ты вообще имеешь какое-нибудь представление об устройстве центрального компьютера? А, нет, вообще-то я знаю такого человека, это Дефнул, он живет здесь, в Нью-Йорке. Ну, просто замечательный хакер, ему нет равных. Единственный его недостаток, он из клана Малковиан. Ну так ты забудь о нем! Хакер Малковиан. Пойдем. Смотри у меня! Я тебя отправлю прямо к твоему хозяину, сэру Энтони Бланту, если ты меня так опять назовешь. Я просто хотел сказать, что нам нужно найти кого-нибудь, кто не сплюет на клавиатуру и не высосит свои же глаза во время работы. Малковиан, Баклавиан,
Какая разница? Мы все равно вынуждены пойти к нему. Я вижу, ты раньше никогда не имел дела с маклавианами. Ну что ж, я попробую. Сэмюэл, уведи нас отсюда. Так, у нас... Чего? Привет, Дефнул. Это мои друзья. Вы пришли из ниоткуда? Или из Еревоха? Дефнул, это я, Самуэль. Я не Дефнул, я просто человек-часы. Да, конечно, я Самуэль. Ты меня помнишь? Ты не просто Сэмюэл. Ты Сэмюэл и триединое существо. Это триединое существо Кристоф, Пинк и Лили. Поздоровайся с ними. Привет, Крис. Или тебя зовут Малики? Привет, Пинк. Какое глупое имя. Привет, Лилита. Мама находится с южной страны. Рад встретиться со всеми вами. Джон Дас и Джерри Дас. Какой же тупой этот псих. Давайте скорее уберемся отсюда. Пока. Не играйте своим ножом, Кевин. То есть, Хабар. Они тебя накажут. Бу-яка, бу-яка. Он считает, что вы понимаете, о чем он говорит. Дефнул, нам нужна твоя помощь. Я не Дефнул. Я камень. Камень. Нам нужна твоя помощь в изгнании Джованни из центрального компьютера ФБР. Ты можешь это сделать? Ах, нет! Ну и каштан! Олух! Все, с меня хватит! Я ухожу! Сэмюэл, ты отстой! Подожди еще немного, Пин. Сайт, о котором вы только что упомянули, полностью отрезан от окружающего мира. С помощью отдельного кабеля, который связывает систему в пределах страны. И поэтому доступ к ней могут получить только сотрудники. Так, во всяком случае, говорил Пар. А, понятно. Обращайтесь с этой штукой аккуратно, вам придется кинуть этого Микки Мауса в их рыбный суп в сети. Чего? В их огромный океан данных, тогда я смогу перехватить коды по своей сети. По сетке, и нет, не по неводу, сетка пуста. Я временно, данные из архива Нью-Йоркской полиции или Нью-Йоркской полиции, я не помню точно. Это канал данных, нам нужно только приладить его к полицейскому компьютеру. Оттуда начнут поступать данные к Деф. Я не Дефнул, я просто умный. А куда нам надо приладить этот канал данных? В любом месте по возможности, или в канализации рядом с полицейским штабом в коридоре ФБР номер 204. Звучит как-то очень легко. Но потом вам придется смотаться. Улететь быстрее птиц нет, или даже еще быстрее. Надеюсь, у вас есть средства для того, чтобы справиться с медведем или аллигатором. Если так, то вы сможете установить мой передатчик в сети. Я слышал, что канализация вокруг штаба полиции контролируется явно недружелюбными Носферату, которого еще называют подземным принцем. Он использует аллигаторов против незваных гостей. Так отведите нас к нему. Нет, я вас к нему не поведу. Он из клана Сабот. Ладно, тогда мы проникнем туда хитростью. И ты поверишь этому явному олигофрилу? Рафинг напуган этой чеширской улыбкой. Дернул, за нами должок. Что ты хочешь получить взамен? Я бы хотел, чтобы, типа, на Земле был мир и все такое. И чтобы позже назвали главного игрока, типа. Тебе что, ничего не нужно от нас в качестве компенсации? Возврата долго. Возврата? Ах, да. Возвращайтесь, когда закончите. Вампир все еще готов. Найдите дьявола. Наверное, кровное родство наделило его альтруизмом. Да уж, он просто полный псих. Пойдемте. До встречи, Дефнул. Пока. Чао. Что могу сказать, текст у него довольно близкий к тому, что я помню, но вот фаргусовский озвучка мне больше его нравится. Там она по-наркомански. Вот, так, так. Нам в канализацию вроде как. С тобой я всегда попадаю в замечательные новые места, Крис. Фу, ну и запах. А-а-а, неужели твой тореадорский носик страдает от этого запаха? Вот нос представителя Бруджах даже не заметил этого запаха. Думаю, сами тут должен чувствовать себя как дома. Здесь, на помойке. У этого мусора есть какое-то свое очарование, что ли. Во всяком случае, он не представляется всем крутым Бруджах.
как это делаешь ты, Пинг. Ну все, я этого так просто тебе не забуду, рожа геморройная. Так. Ступай в бездну! Попадаю. Вода вроде не полезна. Канализация закрыта. Интересно.
понятно. Значит, там все-таки... Я больше ничего не вижу, значит я там что-то где-то пропустил. Дало. Штурмовая винтовка, уничтожить берем. Ступай в бездну! Сегодня не прятался. Ах ты, пиздец.
Вступаем в бездну! Огонь! Огонь! Уберите его с меня! Огонь, блядь, огонь!
ты дал два мешка, блядь, ты что, выиграл? Вступай в бездну! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, беги нахер. Чуть не помер. Твою мать. Нет! Эта тварь пытается овладеть мною! Возможно, я что-то сделал не так, потому что, блядь, это херь, которая бьет только не должна. Грязи найдет тебя тот, как он. Где он не прятался? Так, тут мы были, спасибо. Я так подозреваю, мне в ту хрень надо в эту в сломанной стене. Что-то тут пошло, блядь, не так, это точно, прям, по-любому. Блядь, не должно там электричество быть. Чё за бред, блядь? Ах!
бездну! Срочно нужна кровь! Удивление, предметы не поменялись, такие же, какие валяются.
принципе, тут посмотреть, может, тут что открылось. Там толком не бьется, по крайней мере. Вроде как прекратило. Да. Хорошо. Сейчас должен второй еще повернуться клапан, по идее. По идее. Будем посмотреть.
пытайся, блядь, сука, идиот. Количество затраченной крови действительно. Ступай в бездну! Ступай в бездну! Приговоры, да.
Нет, нет. Мое проклятие найдет тебя гладкокожей. Чего ты не прятался? Сейчас он тебя будет.
этот мясняк, тут с аллигаторами придется дело иметь. Аллигатор альбинос! Дефнул был прав. Я всегда хотел ботинки из кожи аллигатора альбиноса. Ой, ёб твою мать! Беру свои слова назад, блядь. Ты выёбывался, блядь, ни о чём, да? Я... Тут же мне пол ебла отгрызли. Ступай в бездну! Дайте волю своей ярости!
Да хватит меня высасывать, наркоманы.
Здесь я крови не найду. Зверь просыпается! Ah!
как ты тут появился? Ты же умер, типа. Ой, какая экшоновая заставка, блядь, сумел пропустить у меня. Аллигатор альбинос! Ступай в бездну! Последний уровень канализации. Сейчас босс будет. Ну и ну! А я-то думал, что сами гнойный лох! Вам бы следовало остаться выше. В вашем светлом мире красивых цветов. Но вам захотелось испортить мою берлогу. Вашими смазливыми маленькими мордашками и неиспорченными глазами. Эй, ты кого это называешь смазливым? А, Сэмюэл, твое место здесь среди нас. Когда мы уничтожим твоих новых друзей, мы сделаем тебя одним из нас. Отдайте нам Сэмюэла, и я отпущу вас с мира. Замечательно! Можете его забирать! Никогда, он один из нас. Пинк, я больше тебе ничего не должен. Я только что расплатился с тобой, сполна. Что? И как же ты со мной расплатился? Я не вырвал твое маленькое сердце секунду назад. Этого уже достаточно. Молчать! Мы похороним вас всех под тоннами частот. И при этом завяжем вам руки и ноги. А вам придется буквально съесть все на пути к свободе. Ты паразит. И ты умрешь, оставаясь паразитом. Паразит? Паразит? Ааа, я с вас живую шкуру спущу! Ступай в бездну! Так.
фонаря прям как с куста. Вот оно! Коридор ФБР номер 204! Я надеюсь, что Девнул получает эти данные. Да этот паразитирующий сорняк не сможет даже узнать сегодняшнее число через свой идиотский компьютер! Еще как смогу, я уверен, все это не круто. Я надеюсь только на чудо, рэп танцевать все время я буду, пока в своей жизни не встречу Буду. И пусть ваши тетки врут вам всегда, пока вы считаете дни и года. 2000 год, на дворе, братва, слушай, любимая, ты не права. Заткнись, мы тут рискуем своими жизнями, а он спокойненько так попусту тратит наше время. Пойдемте, давайте посмотрим, сумел ли Малковян раскрыть потаенную мудрость. Ты жалкий, доверчивый мерзавец! Эй, Девнул, у тебя получилось? Я не Девнул, я крадущаяся пантера, настигающая добычу, я тихий барсук. Посмотрим. Дайте мне еще немного энергии. Откроем аномальные соединения. Добавим щепотку ведьминого ореха. А еще немножко аммиака Д для вкуса. Ну и Дев? Эй, да верни же ты к реальной жизни. Реальной жизни? Жизнь девушки Реали? Я не переношу реальную жизнь, какой бы она ни была. Я принес жертву реальную жизнь. Во благо моего нынешнего измененного состояния. Или я принес жертву жизнь Реали, или ее сестры, или, может быть, кузины. Забыл. Я его убью! И это все впустую! Это была просто глупая шутка! Я оторву его дерьмовую башку! Сначала оторви голову мне! Ты жертва моды 80-х! Остыньте! Девнул, дай нам, пожалуйста, коды центрального компьютера ФБР. Ты их достал? Да. ПВ7. Два. Вот здесь. Я их распечатаю. Спасибо тебе, почтенный Малквиан. Я перед тобой в долгу. А я нет. Мы не знаем, работают ли эти коды или нет. Этот псих может послать нас прямехонько в ловушку. Насчет ловушек. Я также отправил письмо Биллу. Сюрприз для розовых и пушистых. Так что возьми свои слова обратно, Пинк. Чего? Ну и? Какая это ловушка? Какой еще сюрприз? Посмотрим. На чем я остановился? Информация о погоде в Кашмире соединена с библиотекой Александрии. Я добавил посещение коней божьих и включил аметисты. Суда слепых... Хватит молоть чепуху! Никто еще не выживал после того, как тянул меня за бороду! Чего сказать?
Я ненавижу Малковианов! Я не знаю, мне кажется, что он очарователен, с парадоксальной точки зрения. Если это ловушка, то я тебе голову раскалю, как орех, псих проклятый! О, Майя! Вот это была работенка, я уже окаменел. Спасибо за все, достопочтенный лунатик. Мы сейчас уйдем. До свидания, Дэвнул. Чего? Так, где тут? Ладно, господа, на этом я закончу. Продолжим в следующий раз. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи и всем пока.